Так, конечно, это ж такие перемены. Я же говорю, вот когда я приехала, что богом забытая деревушка, сколько раз отчаивалась, хотелось уехать. Все-таки там как-то было цивилизованнее, мне кажется. А сейчас там отстали. А перемены большие. Что, я же говорю, у нас три учителя только были местные. А сейчас прекрасные преподаватели. Я же говорю, вот прямо обращаюсь к молодым, чтобы они не теряли время на пустое времяпровождение, чтобы этими телефончиками все время, ну, я знаю, не игрались. Потому что, ну, есть все условия здесь, есть кого брать пример, какие у нас прекрасные люди в лицее работают. Это я прямо восхищаюсь директором, менеджер хороший, вообще прекрасный человек. Есть кого брать пример. И много хороших у нас людей в этом. Михаил Константинович тоже какие там кружки ведет. Потом спортивные. В общем, есть для развития все есть. Какое желание делать, понимаете?